но я не настолько разбираюсь в киноискусстве или в политике Американской киноакадемии, чтобы оценить, почему Ди Каприо до сих пор не получил Оскара. Скажу только, что он не одинок, что, например, Скорсезе, у которого тот же Ди Каприо не раз снимался, тоже до сих пор не получил Оскара, хотя, по мнению большинства критиков, давным-давно заслужил его. Могу только утешить старинной и хорошо известной фразой на сей случай. Лучше пусть спрашивают, почему не награжден, чем за что награжден.